Добро пожаловать на канал Ксения Тельви, Тель-Авив стиль жизни. И сегодня мы с вами поговорим о макияже дня, о кое-каких косметических покупках с интернет-сайта американского. И в конце вы можете посмотреть мой наряд дня такой. В крайне интересном, небрежном, на мой взгляд, французском стиле что-то в этом есть. Я сегодня, кстати, собрала очень много комплиментов. Поэтому это в конце. Для начала давайте начнем. Поговорим о макияже и о покупках. Так вот, американский сайт Филиза зашел на израильский рынок. Теперь... Американский сайт Филиза зашел на израильский рынок. Теперь у нас есть представительство в Израиле. То есть, есть обслуживание клиентов в Израиле, возвраты в Израиле. И на этом сайте есть несколько... очень интересных марок. У них там есть Эльф, конечно же, есть Butter London. О, я познакомилась тут я с этой маркой, она меня давно интересовала, я видела лаки у многих девочек, кто по лакам этой марки, ну что-то надо полюбопытствовать. И вот, наконец-то приобщилась. Потом у них есть Makeup Eraser, у них есть The Brow Guard, вот это очень, у меня здесь выпало что-то, очень интересная штука, сегодня она у меня... на бровях, но про нее мы потом, я так просто рассказываю. У них есть The Bun, как же без этого. У них есть очень интересная французская марка Arcanseal, тоже. Вот сегодня на мне эта помада, но про помаду мы позже. Или, наверное, знаете, давайте уже начнем. Итак, приступим, что у меня сегодня на глазах. Я вам ставлю позже фотографии, сможете рассмотреть. Особенно меня поразила помада и тушь. Хотя нет, румяна тоже они супер. Сегодня у меня матовое лицо, у меня нет никакого хайлайтера. Я решила, что раз помада матовая и матовые румяна я выбрала, то можно остаться в таком более матовом варианте. Так вот, этот самый американский сайт, у которого теперь есть представительство и в Израиле, соответственно, да, что можно всегда вернуть товар, можно, если что-то. Помните, я когда заказывала палетку от Джеффри Стара, она у меня потерялась, и я с ними на английском там вела длинную переписку. С этим сайтом такой проблемы не будет, потому что можно писать на иврите, абсолютно, да, все вопросы решаются на иврите. Ссылочку я вам оставлю на него обязательно внизу, зайдите, посмотрите. Вот, и давайте начнем, наверное, с чего бы начать. Начнем, наверное, с бровей, потому что, вы знаете, брови – это моя страсть. Я обожаю красить брови так, иначе смешивать цвета. И вот такая вот палетка The Brow Guard, это у нас by Tony Crocs. Это визажист, гример американский, очень известный. Она создала свою линию именно продуктов для бровей. Я вам скажу честно, это супер. Вот кто ищет цвет, который не будет рыжий? Это у меня здесь, сейчас я вам покажу поближе, такая пудра, пудры для бровей, потому что, ну вы знаете, я обожаю пудры для бровей больше, чем карандаши, больше там, чем что-либо остальное, это просто мое. Так вот, здесь у нас вот такая вот палетка, у меня как раз выпала ее пленочка защитная, вот так выглядит ее упаковка, у меня номер 02, есть еще светлее, темнее, конечно же, и это просто идеально мои цвета. Сегодня я смешала два, вот этот потемнее и посерее. И вы посмотрите, это просто, ну, это реально мой цвет бровей. Вот реально, реально идеально. И наносится просто как масло. Так что, Тони Крокс, огромное спасибо за такой классный продукт. А сайту спасибо за то, что они им торгуют, потому что найти хороший продукт для бровей очень
Очень тяжело, особенно когда ты ищешь что-то, что не будет. Это проблема всех. Вот я не знаю, кому нужны продукты для бровей, которые уходят в рыжину вот эту. Тут, видите, есть два более серых, один более теплый такой оттенок, да? Два холодных, один более теплый. Кому надо, вот можно подмешать всегда более теплый. Но почему-то все компании, которые производят продукты, большинство, да? Даже моя любимая палетка, которой я пользуюсь, они все всегда слишком желтые, слишком рыжие. Ну почему? Все всегда ищут что-то более холодное, но все делают более теплые. Я не могу понять, что все вокруг такие вот прям... Короче, не знаю. Замечательный продукт, очень вам его рекомендую. Так это выглядит, я вам лучше покажу коробочку, на ней видно лучше, как это выглядит. Так, дальше. Дальше у нас идет продукт от Butter London. Икона класс называется, тушь. Пару лет назад она... Как бы вам... О, вот так вам видно. Пару лет назад она вышла, сегодня она у меня на ресницах. Очень хорошая тушь. У меня к туши всегда бывает несколько претензий. Например, ее нельзя нанести быстро. Мне нужна тушь, которая наносится быстро, которая не заставит меня сидеть полчаса, реснички разъединять, что-то там ковыряться, мучиться. Вот эта тушь. И которую можно в случае, если я захочу, наслоить и сделать такие вот большие ресницы. Эта тушь выполняет эту функцию, и она еще, смотрите, как эстетично выглядит. Да? Кисточка у нас здесь тоже очень... Мне показалась удобная силиконовая кисточка с вот такой вот, видите, у нее есть такой шарик на конце, которым очень удобно прорабатывать реснички вот в углу глаза, нижние вот эти ресницы, супер удобно ей, да, подкрашивать, если вам надо что-то куда-то, где, видите, вот, вот она, если у вас не получается обычной кисточкой. В общем, очень удобная такая силиконовая кисточка, не колючая, потому что иногда силиконовые кисточки бывают колючие. Вот у моей любимой туши от Caroline, у нее кисточка достаточно колючая. Если попадешь в глаз, не очень приятно. Здесь такого нет. Так что Butter London и Iconoclast замечательная тушь сегодня. Вот еще раз посмотрите. И опять же фотографии я ставлю в начале, в конце вы их увидите. И это у меня черный оттенок, как это называется... Да, черный оттенок. И еще говорят, что она просто вот одна из самых черных, которые есть. Не знаю, у меня как-то почему-то, наверное, потому что у меня свой цвет ресниц очень насыщенный, у меня как бы, да, нету претензий. Вот. Об этом мы поговорили. Дальше. Давайте поговорим о Butter London. Пудровых продуктах сегодня он у меня на щеках. Очень мне понравился этот продукт. В плане чего? В плане того, что он хорошо тушуется и мягко наносится на щеки. Как... С ним не надо бороться. И он достаточно... Этот цвет у меня здесь, сейчас я вам скажу. Какой цвет здесь? Sunbaked. Вот. Такой розово, слегка персиковый цвет. У меня здесь несколько продуктов такого цвета, потому что я искала себе замену на любимые свои румяна от Lancôme, которые уже очень старые, их не выпускают из-за того, что они очень старые, они уже плохо наносятся, и пора их уже отправить куда-то подальше. Это такой более матовый вариант. И здесь у меня еще есть, я вам потом покажу, более с золотым таким вот шиммером. Так вот, в чем фишка Butter London, кроме того, что это реально замечательные румяна, мягкие, которые ты можешь либо наслоить, либо... Сейчас я вот сделала побольше, а на день было поменьше. Увидите, опять же, на фотографиях. Либо сделать полегче. В общем, очень я довольна этим продуктом. Они работают так. Видите, здесь вот такая, получаете коробочку. Эта штучка у вас достается. У меня пока одна, потому что, ну, на пробу уже не возьмешь, сразу 5. Вот такая вот. И вы покупаете палетку. И это не магнитная палетка, ничего, просто палетка. Вы можете ее собрать. Хотите, берете румяна, тени. Вот для меня это, я держала пальцы, чтобы этот продукт был хороший, потому что такой вариант супер удобный именно для меня, для человека, который много куда-то ездит. Вообще для любого человека, который... которому надо где-то макияж сделать не обязательно дома, когда здесь все, а вот кинуть что-то одно, и ты можешь собрать румяна, бронзер, тени, что-то еще, все в одну палетку, оно просто туда загоняется, и все, я вам оставлю видео, гляньте, как оно идеально работает, просто супер.
И эта фирма тоже представлена на этом сайте. Как я сказала, есть абсолютно израильское обслуживание клиентов. Без всякой проблемы вы сможете выяснить любую проблему, если что-то у вас хотите вернуть или что-то не так. Обслуживание клиентов в офисе в Израиле. Потрясающе, больше бы компаний вот как-то продвигались в эту сторону. Дальше поговорим о помаде, которая у меня на губах. Помада у меня сегодня Arconseal Paris. Французская марка, очень-очень с древней историей. Это такая это как бы их бестселлер, такая классическая матовая помада, разновидность стейна, но это не тот стейн, который... Знаете, это что-то среднее между стейном, который высыхает, и стейном, который вот вы наносите его как помаду. Я эту помаду нанесла 7 часов назад. Я даже съела пол бутерброда, и вот вы видите, она на мне, и она несу... Вот реально, я не люблю, вы меня знаете, я не люблю вот эти жидкие стейновые помады, которые очень любит моя подруга Илана. Ну, мне некомфортно с ними. С этой помадой это не происходит, я реально посмотрела на нее отзывы. Это реально вот та самая матовая помада, которая комфортно лежит на ваших губах и не делает такой эффект пустыни. У меня цвет 345 Rose Matte. Вот так это выглядит. Брови, просто я обалдею от этого цвета. Я, кстати, постоянно делаю разную форму бровей, поэтому... Далее у нас с вами идет продукт, по поводу которого я была очень скептична, потому что слышала много такого, как бы, а, они не очень, а то, а сё. Это тени от Elf. Давно хотела прикупить, ну, что у меня мало теней, а тут раз пошла такая пьянка, думаю, возьму, значит, у меня вот такая вот палетка, абсолютно базовые оттенки, сегодня они у меня на глазах. Все наносила кистью, кроме вот этого вот более блестящего оттенка. Я его пальцем наносила вот здесь, вот в эту часть века, на эту часть века. И замечательно, здесь написано, как бы, это база, потом это складка, это на все века, а это подводка. Как вы знаете, я обожаю, да, вот это под нижним веком, вот эта стрелочка, чтобы выходила наверх. Обожаю, когда так. И, вы знаете, я была супер скептична, я сказала, не-не-не, ребята, ну нет, ну оно не будет, не будет. Но... Честно вам скажу, это тени для безрукого человека, как я. Как вы видите, да, вот хочешь, не хочешь испортить, ты не сможешь. Поэтому рекомендую, кто хочет что-то дешевое и вот просто, да. Они меня удивили с тем, что у меня дофига есть дорогих теней. Эти меня удивили. И далее у нас последний продукт. У меня он здесь, кстати, лежит в другом цвете. Это уже проверенный продукт. У меня есть здесь цвет Blushing Rose. Это румяна Эльф, значит, вот этот мой Blushing Rose, обожаю этот цвет, вы его видели, наверное, в последних моих макияжах. У меня он такой вот слегка холодный розовый, с небольшим, при этом золотистым шиммером. Тот же самый вариант у меня есть здесь, только уже в более таком персиковом варианте. Вариант в персиковом варианте. Твинки Пинк. Да, Твинки Пинк, да. Вот такой. Он выглядит вам более розовым на камере, но сейчас я их покажу оба вместе. И вы увидите, что одни более холодно-розовые, другие более персиковые. Вот так реально хорошо это видно. И они одни и вторые с таким вот немножечко золотым шиммером. Давайте сейчас сравним с этим Butter London. Ну, эти просто совершенно матовые, и они ложатся просто как масло. Просто. Давайте сейчас повозюкаем одни и вторые. Мне очень понравилась у них вот этот концепт с этой палеткой, девочки. Это просто... Ну да, вот эти, видите? Вот это Эльф, а вот это вот Butter London. Они более такие... Персик по насыщеннее будет здесь. И последняя вещь, которую я вам хотела показать, это The Balm. The Balm, знаете, косметика. У меня здесь есть их продукт тоже. Это мне прислала Маша. А нашим о главном. Cindy Luminizer. Один из моих любимых. Я давно поняла, что я не люблю вот эти хайлайтеры, которые как от MAC, которые очень яркие. Я люблю вот что-то такого типа, поэтому... Синди, мой любимый, спасибо, Маша, я прикуплю еще и более себе шампанского цвет. А здесь у меня The Balm
Стейниак. В общем, фишка The Balm в чем? Вы знаете, в чем фишка The Balm? Я вам сейчас расскажу. В том, что они делают как вот этот вот и хайлайтер, и все остальные продукты, что его можно использовать на разных частях лица. Такова была задумка той девушки, которая организовала эту компанию. И здесь у нас стейн, такой вот тин для губ, и его также можно использовать и для щек, как румяна, как, ну, как многие тинты. Я вообще человек, который очень любит тинты. Вы знаете мою вот эту приверженность к тому, что остался цвет от помады на губах, нанеси сверху какую-нибудь гигиеническую помаду. Вот то же самое с этой ситуацией. Так что для меня это идеальный продукт для губ, потому что, ну, у меня помады здесь, которые можно сверху. Вы знаете мою любовь. Поэтому я как-то даже рассказывала о том, что имейте всегда с собой в сумочке какую-то гигиеническую помаду типа Лабелла или что-то такое. Помада у вас съелась, вы сверху наносите, и просто идеальный эффект. И Лана даже подтвердила, что это реально работает. И если у вас какой-то стейн был на губах, тоже замечательно. Поели, промокнули, нанесли сверху бальзамчик, он вам это все дело растворил, у вас получилась как будто идеальная новая помада. Но больше всего я люблю наносить под такие помады вот такого типа тинт или стейн или что-то. У меня есть палетки даже, где я могу просто вот, да, нанести какой-то продукт и сверху добавить вот этой помады, которую я могу 20 раз за день. Так вот, это вот такая вот штука. Она такая достаточно полупрозрачная, можно сделать поярче, можно сделать посветлее. Пахнет? Да ничем особо не пахнет. И можно его наносить на щеки, соответственно. Так что вот такой вот интересный продукт от The Balm. Вообще мне понравилась вот эта идея. Я люблю вот такие вот небольшие бренды, которые делают какие-то концептуальные вещи. И, конечно же, их хайлайтеры. Но я их часто использую как хайлайтер. Я использую его потом как тени, как или как... Могу даже использовать на все веко как базу и потом что-то делать. Могу использовать как часть где-то, да, на глазах. Это безумно удобно. Не о чем даже говорить. Ну вот и все. Теперь давайте перейдем к наряду дня сегодняшнему, такому а-ля французскому стилю. Не забывайте, ссылка будет внизу под этим видео. Не забудьте ее проведать. Всем спасибо и увидимся в наряде дня. Ну вот он, мой наряд дня. Сегодня вот эти вот смешные, я не помню, как я их назвала, по-моему, поношенные штаны китайского рабочего сегодня будут на мне, и с этими штанами у меня будет вот эта рубашка уже давно как-то прицепившаяся ко мне, как-то я ее супер полюбила, она такая супер оверсайз на мне сидит, потому что размер large из Zara, вот так она выглядит, сверху будет жилет совершенно мужской, здесь у меня не застегнута, такая легкая небрежность из мужской Зары. Я очень легко эти жилеты сочетаю, очень их люблю. Потом ботинки у меня будут мои супер любимые Мартинсы. У меня есть еще много пар, но эти просто мне полюбились. Лакированные, бомба, обожаю их. И дальше будет вот эта моя огромная сумка Kenzo для H&M. Тоже я ее люблю именно вот такой вот осенний, весенний период. Не знаю, как-то вот прям люблю. Вот такой вот будет наряд. Идемте на улицу, постараюсь что-то заснять, показать вам, как это выглядит вместе. Тут у меня кое-какие покупочки уже из Кастро. Ну, что поделать, не Зара, так Кастро. Где-то что-то надо прикупить.
Thank you.